Как сэкономить на покупке билетов на выставку, экскурсию, мастер-класс, в театр или музей? Все очень просто. Для этого существует Пушкинская карта. Ее выдают юным гражданам Российской Федерации от 14 до 22 лет, чтобы они могли за счет государства посещать все культурные мероприятия в любом городе страны. На мероприятия Дворца культуры Видный, на спектакли, например, ходит молодежь и пользуется Пушкинской картой. Пушкинская карта представляет собой банковскую или электронную карту с лимитом 5000 рублей, из которых 2000 можно потратить на кино. Деньги на счет зачисляет государство раз в год. Воспользоваться средствами нужно до конца календарного года, иначе они сгорят. Такая мера поддержки помогает молодежи заплатить за билет полностью или частично. Например, посетила мюзикл очень дорогой, который не могла себе позволить в студенческие времена. Я думаю, что это классная задумка, потому что молодежь реально стала больше ходить, развиваться по таким местам, и это очень доступно. Оформить Пушкинскую карту можно через портал Госуслуг и с помощью мобильного приложения «Госуслуги Культура». Юлия Стаферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.